Третья задача на фотоэффект – все те же самые условия. Но сейчас вам нужно найти энергию электронов, которые будут вылетать, да? У вас есть какой-то свет, при котором электроны вылетают. И у вас для этого, и вам для этого света, для этой длины волны, нужно найти электронов, энергию электронов, которые будут вылетать. То есть, в принципе, вам нужно добавить еще одно действие. Но вы должны придумать сами какое. Да? Самое главное, помните, что энергия света уходит на то, чтобы оторвать электроны, энергия выхода, и на то, чтобы придать электронам энергию, с которой они будут лететь. Вам нужно найти вот эту энергию. Подумайте, как это сделать.